Ох, с пивком взять так, лежать, загорать, классно вообще. А, здесь ресторан, смотрите, вон сразу рыбочку покушать, прикольно. Отельчик такой маленький, но уютненький выглядит, такой мини-бассейнчик у них, и даже маленький бар здесь. Симпатичненько. И рядом с морем. Такое прикольное здесь местечко, необычно сделано. Такие вот виллы здесь. Все такое, ну, в принципе, однотипное, как и везде. Здесь сделана такая вот дорожка. Ну вот я подхожу, не знаю, к первому отелю. Это отель. Посмотрим его поближе. То, что вряд ли это будет какая-то вилла. Да, это, скорее всего, отель. Да, смотрите, вот такой вот. Рядом как раз с виллами, и вот прям сразу сюда вот так вот на пляжик выходит. Здесь бар есть у них при отеле. Хорошо здесь. Дальше вон пристань идет, мы пойдем сейчас к пристани. Как сегодня море здесь, посмотрим. Потому что в нашей стороне оно очень грязное было. Здесь у пристани. А, здесь ресторан, смотрите, вон сразу рыбочку покушать, прикольно. А? Как красиво. Здесь и купаются сразу, и покушать можно. Здесь какая-то написана охраняемая территория, не знаю, что здесь находится. Вот 24 часа в сутки охраняется. Дальше идем виллы. Вот я до пристани дошла уже. Посмотрите, как классно здесь. О, с пивком взять так, лежать, загорать, классно вообще. Здесь вообще чистенько. Смотрите, камушки здесь. Водичка вообще чистенькая. Ой, здесь смотрите, какая красивая сити. Сейчас вам покажу поближе. Вообще здоровско. Ой, они такие огромные. Смотрите, балкон. Первый этаж. Территория вообще, как будто в замке вообще. Мне нравится здесь, классно. Вон дальше отель какой-то там идет. Отель Кинаклыя какой-то. Здесь территория прям классная, как в замке. Называется он Дилек Сахил Сидеси. Классная территория. Территория очень понравилась. И дома очень красивый, большой, огромный дом. Просторный вообще. Вот это особенно вот этот вот. Спуск у них здесь вот, к морю, но здесь камушки опасны. Вот спуск туда у них идет.
Смотрите, какие сити. Домик прям в доме, прям домик на домике. Мне кажется, не совсем удобно прям расположено. Вообще прям впритык друг к другу они расположены. Хотя планировочка самого дома, мне кажется, неплохая. Маленькие домики. Ну, прям дом на доме построен. Прям не очень такой сити. Здесь прямо пристани. Здесь находятся пансионы и рестораны. Вот они. Это пансионы. Вот он тоже здесь идет. Панорама, пансион, ресторан. Это, скорее всего, тоже. Вот такой вот. И такие мини-кафешки, рестораны здесь рядом. Далее отель идет. Сарай-отель. Дорога здесь просто убитая вся. Ужасная дорога. Вот сити такой тоже прикольно, прикольно выглядит. И сдается тут тоже. На экскурсии отсюда как раз отправляется. Вот мы бюро. Никого здесь нету. Вон даже, смотрите, мы находимся вот Гюзель Джамлы. Идет даже на Самос, это острова на греческий отправляются. Вот он, да, мы видели его. Сто лир с человека отправляется с 10 до 5. Дальше я пришла вот к такому отелю. Софийка отель. Дальше идет туда пляж. Дороги там нету, это ресторанчики такие. И дальше, наверное, пойдем мы туда. Посмотрим. Маленький, смотрите, какой мини-отельчик. Вот цвет красивый. Прямо этого как будто здесь как волочата. Здесь вообще такая красота здесь. У этого дома прям эти цветочки. Здесь необычный, смотрите, какой. Отель или пансион так сделан, с такими маленькими окошками в древнем стиле. Чидыхан отель огромный, и рядом вот Фаустина. Он выглядит получше, покрасивее, конечно. Сейчас посмотрим его. Чидыхан отель. Отельчик такой маленький.
Ну, уютненький выглядит такой мини-бассейнчик у них. И даже маленький бар здесь. Симпатичненько. И рядом с морем.